мое, ну, как бы, выступление о том, что очень часто молодежь не дает пользоваться этими изделиями своим бабушкам, мамам, просто в такой агрессивной форме запрещают вообще пользоваться тем, что может спасти их бабушек и мам от заболеваний, от, так сказать, старческого образа жизни, от страшных вещей, которые сейчас происходят с пожилыми людьми. Вот я сейчас обращаюсь к молодежи, вдруг кто-то случайно посмотрит. Так вот, в интернете очень много различной негативной информации, и очень часто дети, ну, мои дети, потому что мне 72 года, зарабатывают на популярности каких-то людей, на популярности какого-то продукта. И вот изделия с микросферами становятся популярными. Я этим занимаюсь 15 лет, и довольно трудно этот путь прошла, очень тяжело, потому что и сетевую компанию свою создала, и объездила массу стран, везде рассказывала. И это все равно было небольшое количество людей. И вот, наконец, это телевидение появилось, я рассказываю на телевидении, и встретилась с очень популярными блогерами. И блогеры проверили меня, мой авторитет и мою состоятельность. Самое главное, встретились со мной физически. Самая интересная была встреча с Сагуловым, потому что он, ну, щупал мой живот. И, собственно, это и есть диагностика состояния моего, в каком я нахожусь. Вот, мы с ним ровесники, и он был в восторге. Он сказал, что живот у меня в прекрасном состоянии. А это говорит в целом о состоянии моего организма. При этом надо сказать, что я болела раком, у меня был остеопороз, и гипотиреоз, и чего вообще только у меня не было. Вот чего сейчас вообще ничего нет. То есть я здоровый, полноценный, полный энергии человек, занимающийся бизнесом, занимающийся своей любимой арт-терапией, вот, постоянно обучающийся и так далее. И это было бы невозможно без микросфер. Поэтому, моя дорогая молодежь, к сожалению, вам уже сейчас нужно этим пользоваться. Мир стал совсем другой. Мы питаемся совершенно неизвестно чем. Нас колят неизвестно что. Вот, нас неизвестно какими таблетками пичкают. И вы очень наивные, если верите интернету, когда видите какие-то отрицательные вещи, на которых просто зарабатывает молодежь на моей популярности. Когда вы видите других продающих микросферы, которые просто бизнес ставят во главу угла для того, чтобы только у них покупали. Вот, и я прошла за эти 15 лет, и появились все абсолютно производители. Я знаю абсолютно всех. Поэтому спокойно пользуйтесь всеми изделиями, какому производителя бы это ни было. Только покупайте там, где вам возможно, по цене возможно и так далее. Независимо даже от того, есть ли медицинские сертификаты или нет. Потому что микросферы абсолютно с одного завода, как говорится, из одной бочки. Вот, но совершенно уникальное действие. И абсолютно нужно не только старикам, а молодежи. Если вы хотите сохранить здоровье, и чтобы ваш организм выводил то ненужное, что попадает внутрь. Вот, поэтому, мои дорогие внучки, внуки, дочки и сыночки, если у вас есть интуиция, то посмотрите, пожалуйста, то, что я сейчас говорю, почувствуйте сердцем то, почему я это говорю и почему я этим занимаюсь. А занимаюсь я это только ради человечества. У меня 4 высших образования, у меня научное звание. Вот, я почетный доктор наук Российской академии естествознания. Я учусь всю жизнь, сделала карьеру и в социуме очень серьезную, вот, и в науке. Вот. И я прекрасно понимаю, что такое ложь и чем я отвечаю перед Вселенной, если я это делаю. А я выполняю, наоборот, миссию для того, чтобы человечеству помочь выжить в наше сложное время, и не только пожилым людям, а начиная с грудного возраста, эти изделия
должны быть в вашем доме. Ну вот, все, что я хотела сказать. И помочь бабушкам и дедушкам, которым запрещают этим пользоваться.